Борьба с юных лет для этих детей не просто фраза. Сначала они наблюдают, как борются их родители, старшие братья, а потом и сами встают на ковер. Я боролся в весе 65 килограмм. Первый раз я пошел на борьбу в 5 лет. Меня туда отвез папа. По словам главного виновника торжества, вся жизнь борьба. Поэтому каждый должен как минимум знать основы национального вида спорта. Хорошо, и в прямом, и в переносном смысле татарка мировые хорошо готовишь. Татары всю жизнь должны бороться. Мы к этому уже привыкли. Без этого никак не можем. Будущее нашего вида – это дети. Как мы будем их воспитывать, от этого и будет зависеть наше будущее. Для проведения турнира не случайно был выбран Тюличинский район. Здесь много легенд борьбы крэш. В последние годы главные чемпионы основных турниров – выходцы этой земли. Мы считаем, что мы родина борцов. Потому что в течение 25 лет на любых соревнованиях они на уровне Татарстана или на уровне Российской Федерации. Наша команда всегда занимает призовые места. Борьба кураж – это не только видом спорта, это наша культура, это наше будущее. Кто занимается борьбой кураж, они и жизни за себя могут постоять, потому что здесь иногда не только победа, и здесь проигрывать надо. Награды нашли своих героев. Задача организаторов – через 3 года сделать турнир не только республиканским, но и дорасти до всероссийского масштаба. Алмаз Гафиатов, Марат Саидгараев, ТНВ, Тюличинский район.